Ну, смотрел, да? Да вся страна смотрела. Первые 45 минут точно. А потом не каждый выдержал. А потом все думали, что получится, как в хоккее. Ага, и выиграем в овертайме 5-4, да? Вторые 45. 5-4. И Ковальчук с клюшкой, чтоб выбежал. Ну, мы вчера, кстати, удобный сеанс групповой психотерапии и аутотренинга. Какие там славные победы у нас с греками и со шведами? Вот Полтава у нас, взятие Константинополя, да? Прибивали щиты, да. Щиты прибивали. Это, ну, да, щиты прибивали. Да, грустно все это на самом деле. Я вчера аж, ну не то чтобы я прям расстроился, я подозревал, что так все получится. Хоть и говорил вчера в тренделках, что надо верить, как говорят там. Да верить надо, конечно, совершить. Мысли материализуют. Вот. Ну почему-то в хоккейную сборную как-то вера сильнее была в этот чемпионат, честно говоря, чем... Ну, может, потому что мы в хоккей больше играем, может потому что в хоккей вообще стран поменьше играет на таком уровне. Да. Хинин вообще сказал, в хоккей руками играет, в него проще. А в шахматы головой. Вот. И я что-то так, ну, взгрустнулось мне вчера после 4-1. И сел я смотреть фильм Антона Корбейна про Яна Кёртиса. Ну, что я могу сказать? Хороший фильм, как и музыка. И сыграл актер хорошо. Черно-белый такой, атмосферное кино. Все передает довольно точно. Хотя я там не был, не знаю, как там было. Но я поверил. Вообще хороший жанр, да, таких музыкальных биопиков таких. Хороший, потому что вот Дорс на удивление вышел. Не все. Это очень сложно снять. А Сид и Нэнси смотрел, ты не смотрел? Смотрел, мне не понравилось. А я не смотрел. Очень сложно, мне кажется, снять фильм. Особенно про музыкантов. И чтобы он был достоверный, и чтобы его посмотрели и поверили не только фанаты данного направления, стиля ему или музыки, но и просто как бы любители кинематографа и кино. И самые, конечно, придирчивые зрители в этот момент как раз фанаты. Им угодить сложнее всего. Человек со стороны, может, посмотрел на этого Кёртиса. Ну, что, он, я его и не слышал никогда, этот Joy Division. Ну, вроде нормально, ну, музыка да музыка, музыка. Вот, ну, про дурака, короче, повесился он, ну, шо. Ну, нормальное кино, более-менее. Ну, такое мрачное, конечно. Вот, ну ничего. А какой-нибудь фанат Joy Division скажет, что это не так было, это на этом концерте нифига не так все было. Придерется к каким-нибудь нюансам там. Вот это, он не играл на этот гитарист, на этой гитаре. У него другая была гитара, я знаю точно. Другая модель он использовал. Она сейчас у меня как это раз. Это как я, как фанат Битлз, да, смотришь там какой. И смотришь на Джона Леннона, не похож актер. Не похож. Говно, не буду смотреть. Понимаю, а как он может быть похож на Джона Леннона, если он не Джон Леннон? То же самое человек там, который вообще фанат Кёртиса, наверное, скажет, что актер не похож на Кёртиса, и я не буду смотреть. Потому что, например, в «Круглосуточных тусовщиках» еще один фильм, но он такой более легкий, но там тоже линия Joy Division и Яна Кёртиса. Там про Манчестерскую войну кино. Кёртис вообще другой. Не похож на этого из фильма, и, соответственно, они оба не похожи на настоящего. Ну, Шерлоки тоже друг на друга не похожи. Ну, естественно. А эти? Оригинал есть? Дойл его описывает как бы подробно, но описывает. Оригинала нет. Тут нет, это сложнее вообще. А, кстати, о Холмсе, а потом я перейду там на другое. Вот сегодня в топе 3 записи, ну, потому что тоже люди объединились, подняли в топ там. Мультипликатор снимает мультик, но хочет снимать вторую часть мультика, которую он первую сделал в 2005 году. Ну, я вот так сегодня просмотрел. Но там, учитывая то, что я просматривал, да, и Холмс такой ломится через толпу к дому, где совершено преступление, и его там не пускают. А он мультик про Холмса сделал? Да. Угу. Он говорит, нам можно с Ватсоном, мы от Конан Дойля. Мушкетеры. Ты видел этих иностранных мушкетеров? Видел. Американских, например, там, с каким-то рыжим Д'Артаньяном. А ты знаешь, что вообще все книжки Дюма неправда? Ну да, знаю. Как бы мы, видишь, копаем вглубь там. Можно сказать, что там, естественно, там эфиопы, которые верят в Христа, да, и воспринимают Иисуса Христа негром, да, то же самое. Ну, хотя можно сказать, это неправда. А вдруг правда? А вдруг правда? Вот, мы же не знаем, что правда. Про Кёртиса, простите, мы можем сказать, что он был вот таким. Есть фотографии. Не негр. И, да, есть клипы, в конце концов. А, допустим, Шерлока Холмса уже сложнее с Ватсоном. Потому что Шерлок Холмс не существовал в природе, а Ватсон существовал. Сохранились клипы доктора Ватсона. Концертные записи, попурри. Да, фотоальбом, знаменитая лондонская четверка. Вот опять же, как мы воспринимаем Агату Кристи, да? Тетя эта старенькая, пишущая детективы. Или два наркомана. Очень все сложно. Не говоря уже о Гомере. Либо слепой старик с греческим носом. Либо вот этот вот. Вот пучеглазый. Желтый. Пучеглазый идиот, да? То есть да, да. Они разные, но они вместе. Воспринимаются как-то все равно. Вот Гомер. То есть, когда ты говоришь Гомер, в тебя гештальт вот этот, да, врывается. Слепого, пучеглазого, дурака, мудреца, гения. Да? И философа. Философа. Что один, что второй. Что второй, оба философские. А я тебе рассказывал, как... Так вот, говоришь там Артемий Лебедев. И сразу дизайн сиськи.
несовершеннолетние. Несовершеннолетние, но уже сиськи, украинские. Поэтому совершеннолетние. Невозможно развести. И теперь уже с ним навсегда останется его засуспенденный журнал. Кстати, засуспендили Артемия Лебедева, и по этому поводу в живом журнале целые флешмобы и вообще, ну, такая буча. А за что его засуспендили? За то, что... Он поместил у себя в ЖЖ фотографию с обнаженной молочной железой одной украинской девочки. В супе и в абьюз-теме подумали, что она несовершеннолетняя, а ее не засуспендили, кстати. А ее за что? А она у себя, думаешь, не разместила эти фотки? Ну, она с плохого дяди пример взяла. Так я что хотел, какую забавную историю рассказать. Году так в 2003, по-моему, точно уже не помню я, в Объединенных Арабских Эмиратах наконец-то разрешили показывать мультипликационный сериал «Симпсоны». Но, конечно, не «Симпсоны», а «Шамсун». «Симпсон» по-ихнему будет «Шамсун». Ну. И ввели некоторые изменения. То есть вырезали все сцены, где Гомер пьет пиво. То есть, считай, полмультика. Полмультика. Вот. Вырезали. Краткометражный «Симпсон». Все не очень многочисленные сцены, где Гомер ест свинину. Ну, хотя... Там непонятно. Там гамбургеры постоянно, да? Ну, короче, вырезали. И заменили имена. Фамилию заменили на «Шамсун». Гомер у них был Амар Шамсун. Барт у них был Бадр Шамсун. А Марш не нарисовали эту паранжу? Да могли. Во всем мультике. Представляешь, работа саудовских мультипликаторов. Они все равно корейцам перезакажут. Сейчас же Симпсонов в Корее рисуют. Кто-то, что ты думаешь, что у них глаза как-то по-другому стали смотреть в последних сериях. А, ну еще мы вчера примерно на 87-й минуте начали надеяться, что сейчас испанцы уйдут с поля и им сосчитают. По 3-0 техническое поражение, да? Неявку. Неявку.